Так, друзья, возвращаемся к Best of 3 противостоянию команд IHC против Renegades Карта Mirage для вас сегодня работают Юшин и Француз. Ну и на предыдущей карте на своем выборе монголы все-таки держали победу с счетом 16-10, и Ренегейтс в обязательном порядке. Нужно отвечать. Да, друзья, всем еще раз. Добрый день. Так, карта стартует уже прямо сейчас пистолет. И видим неплохой стапчик на точке Б. Там подсадочка на X в была проведена, и также двойка там еще остается. Но мы видим в целом еще Nine играет в окне. То есть, наверное, они думают, что это будет пачка выходить на Б, но посмотрим, угадает или нет, пока Ирни Гейтс играет аккуратненько, никуда не спешат, видим, за садом медлее, одного выпускает на точку А, показать видимость, но его сразу же убирают с карты, и теперь пошел выход на мид, и тут у Найна будет, конечно, работка с Юспика, хорошая дистанция для этого, но его Ой, вырубают йоу. сразу же, пос... ситуация неплохая складывается для монголов, и еще красный лес, ну и красный половинчатый, но все равно это Приятной новости. но ну, и смотри, бомба все равно, наверное, пойдет на точку Б. Да, скорее всего, бомба все-таки пойдет на точку Б. У тебя вот и в чате пишут, я сам слышу, с микрофоном все-таки остаются какие-то проблемы, как будто голос немножко роботизируется и рвется. Ну я, я не знаю, как ну, это... Ну, друзья, фиш. извиняюсь, я пытался тут что-то сделать, но не знаю, что тут можно подкрутить. Ну, пока покомментирую, может, что она пройдет. Так, ну давайте, смотри, тинс выходит. В Б-дом. Выход от Ренегейт. Техно. Ой-ой-ой, как -ой -ой. четко ловит Инса. Скоро убивает Леза. Техно все еще живет на этой подсадке. Скоро. Так, зарезали Сику! <laughs> Алистейр последний против четверых. Убивает Кабала. 57 хп. Один против двоих. Но падает от красного скоро. 1-0 за АХС. Ну, выглядело это все перспективно, но я не знаю, ничего не смогли сделать с техно, он потом еще и зарезал. Короче, начало вроде как хорошая для монгольской команды. Да, здесь Кабал, вернее, Скорс, опять же, заводит своих оппонентов, вернее, своих тиммейтов. Говорит, ребята, и второй нож уже в этой Best of 3. Вчера мы видели только один за весь день, и вот сейчас уже команда нас радует вторым ножиком. Это очень и очень интересно выглядело. Но сейчас пистолеты до бомбы не дошли, так что, наверное, 2-0 будет Слишком просто пока что для Монгольцев начинается карта Мираж. Так, ну Ренегейтс готовится, я не знаю, либо Ранбус сделать, либо просто ждут агрессии в направлении центра карты. Ну, мы видим, что защита тут играет укрепление. Тут вот и Скор, и Блиц, и Найн. Ну и вот он. Непосредственно должно быть, сейчас будет выход. Тринигейтс. Нет, парни до сих пор мечутся. Оп! Дождались Найна. Но перестрелять его пока что не удается. Тут достает юспик. Нет, все-таки Найн погиб. Но за него включается Блицскор Score. И делают фрагу. И, соответственно, 2-0. Для команды из Монголии. Опять-таки, это были только глоки, Сейчас будут адекватные девайсы. К-47. Возможно, у кого-то все-таки останется Галил, но. Шансы плюс-минус одинаковые будут на взятие раунда. И Ренегейтс, ну я не знаю, должны удивлять. Должны сейчас включаться и показывать хороший Counter-Strike. А, так и происходит. Скажи, микрофон также у меня пока не совсем четко. Ну, я бы сказал, не вообще, вообще не четко. А, может мне надо перезайти в Discord? Ну, давай попробуем, и... хорошо? Да, давай, как будет пауза, я тебе перезвоню и. Возьмешь трубочку, пока покомментируй тогда. Uh -huh. Так, Листер, СВП. Но на самом деле у Ренегейтс очень хороший закуп в этом раунде, как мы видим. Галилов ни у кого и в помине нет. Ну и IHC это прекрасно понимает. То есть они для себя усвоили так. У них есть авик, они пытались бороться за мидл. Но судя по всему от этой идеи Ренегейтс отказывается. Да, потому что игрока в андере все еще нет. На старте нет смысла действовать, пока нет, соответственно, игрока в андере. Ну и, возможно, стоит акцентировать внимание на одном из плентов, попытаться угадать. Но тем временем очень важный мув от Найна, он идет в агрессию, но Лулиас и вот тут дождался. Возможно, Ренегейс тут переиграли немножко своего оппонента. Ну и 4 в 5. Тут для Ренегейс ситуация будет уже попроще, потому что до сих пор есть игроки с фамасами. МПшка у Кабала ну, видим, что попытка выхода на Б-плэн убивает Блица Алистейр с авиком Остается играть задним номером Но если Кабал а, тут убивает Б-дом А он убивает Он убивает еще и Хэтса Ну, вот я бы, наверное, на месте Кабала Все-таки шел бы подбирать коллаж в Б-доме, просто бы жил в ожидании техно Ну, ладно тот остается 1 в 3, денег у него нет, но он все равно идет на это выбивание, есть дымы киты, открывается против Сика, и тот ставит в голову 2-1, Ренегейтс выигрывает бай-раунд, уже все это выглядит лучше, чем это было на Инферно. Ну и денег должно быть точно сейчас немного у монгольской команды. Вряд ли там будет такой же крутой бай, как у Ренегейтс. Друзья, как слышно, прием. Если честно, ничего не поменялось. Я не знаю, что это происходит. Первый раз, если честно, такое. Но как-то, наверное, подлагивает сам Дискорд. Я не знаю. Ну, тогда комментирую. Я буду так подключаться иногда. Если зрители режут ухо, то, наверное, это не сильно лог будет. Ну, я надеюсь, в скором времени все изменится. Кабалы близ тем временем делают уже три фрага на двоих. При том, что все в дым. Сика и Алистер остаются 2 в 4. Сика не доглядел скоро в коннекторе. Ну и Алистер на топ-мидле. Выбрасывает Авик, на самом деле важный муф от него. Ну, тут уже спину выходит Night. Это третий для команды IHC. АВП они не заберут, но опять-таки лежит калаш на старте, куча калашей еще и на мидле лежит. И... Все-таки этот важный раунд монгольская команда для себя выигрывает. Ну и плюс ко всему они еще начинают за защиту. Я уверен, что они тут могут брать как минимум 7 раундов, но если мы зайдем например, нашел TV и посмотрим статистику команды HC, то мы видим, что Mirage у них третья по силе карта, 75% винрейт за 4 непосредственно Миража. Выигрывали Тайлу, выигрывали НКТ и еще раз Тайлу. Но, учитывая то, что у Тайлу Мираж далеко не самая слабая карта, на Мираже у них Винрейт за последние три месяца 50%. Ну, кстати говоря. Из 6 карт. Ну ладно, хорошо. Не самая сильная, но и не самая слабое. Поэтому я не знаю, Ренегейтс. Тут надо поосторожней. быть так точно. Ну, мы видим, что у них сейчас последний бай. Есть АВП у Алистейра. 4 калаша. Ну и техно 4К играет под ямой за смоковым. В последнее время часто порники Аплента так играют, но Хец, я так понимаю, даже не думает о том, чтобы нашить этот дым. Иначе он выдаст свою позицию, а может еще и в худшем случае в ответ получить. Но пока что получает только хаешку, 57 хп у него остается. Мы видим, что 4 игрока защиты стягиваются под Аплент. И, честно говоря, причины этому я найти не могу. Окей. Занимается Андер. Алистер с АВП выходит и смотрит в коннектор. Ну, на тем временем отходит отсюда. Дает дым и... 48 секунд остается у Ренегейс для того, чтобы реализовать свою идею. Если они до конца будут идти на плен, то получается IHC их просто прочитали, я не знаю, еще, еще минуту назад. Опять хорошая хаешка, в этот раз для Алистейра. Ну, выход контактом через коннектор. Полетела граната в направлении ямы. Все, по Алистейру появилась информация. Техно убивает Сика. 20 секунд. Хэтс разменивается. Тут включается Найн. В джангле просто пытается жить. Ну и, кстати говоря, размены не самые удачные, но есть товарищ Скор. И 10 секунд времени, просто минус 1, минус 2. Скор на своей позиции в секрете выиграл этот раунд. И оставил Ренегейтс не то что без денег, даже бомбу не дал им поставить. А Скор улыбается. Молодец, парень, хорошо работает. По-моему, уже лучше стало, кстати говоря. Я не знаю, с чем это связано. С интернетом точно нет, потому что интернет у меня такой же быстрый, как скор на точке А. Наверное, это чисто вот здесь с скором что-то связано. Что, скоро опять проблемы или нет? Какими-то наушниками. Он постоянно их трогает, постоянно снимает, одевает. Что-то, видимо, беспокоит его. А получше связь наладилась или так же пока не очень? Ну, не так хорошо, местами. как была на инферно, но... Лучше, чем было три раунда назад. Ну, друзья, извиняюсь, это... Я не специально, я это придумал, да, 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 скажем так. Ну, пока что, пока 5-1, уверенный мираж, пока что защита, да, от команды HC, и мы видим, бомбы не было, поэтому тайки диглы сработают или нет, пошла раскидочка на и пошел выход через яму. Так, у ее под корами техно, все еще живет. Как инцева не убил, я не понимаю. Так, Алистер врывается в джангл. Блиц тут как тут. 2 в 4. И есть возможность поставить бомбу. Нужно ей пользоваться, пока лежат дымы. Кабал начинает нашивать. Ну, оттягивают Ренегейтс этот момент. И мне кажется, более хорошая возможности у них уже, в принципе, не будет. Сику последний. Не получается у него перестрелять игрока на тикетбоксе. Кабал прострелом ставит точку. 6-1 Ренегейт. Вы чего, ребята? Как бы да, если... друзья, я напомню. Это же пик команды Ренегейтс. Да. Надо как-то после Инферно, видимо, немножко расклеились парни. Пока они совсем у них... Не свои тарелки, в общем, так находятся. И опять какие-то у нас мини-паузы возникают в игре. А, нет, все хорошо, игра продолжается. Но есть только балла, теперь снайперская винтовка. И есть еще найн, это сетапик в две снайперские винтовки. Интересно, чем это кончится, пойдет ли в плюсы или нет, сейчас увидим. Но ну и пока Эристер также снайперская винтовка, и кабал занимает у нас бэддом. Ну и также... Ой-ой-ой, тут уже Хэдс залез в окно, и Бритс это прекрасно понимает, потому что подождать смог и спокойно работать этого товарища. Так, Найн, находит килл по Алистейру, падает Хэдс, ну и 3 в 5 остаются Ренегейтс. Хотя толком на самом деле ничего и, и не успели сделать. Скоро переспрейл инса. Ну и все. Глубокий дым в яму. Техно. Ну вот это возможно было лишнее. Но это сильно на раунд не повлияет на самом деле. Вся информация есть. У монгольской пятерки. И сейчас остается просто взять под контроль все уязвимые места. Так, подождите, Лиас убивает Блица. Убивает скоро, 2 в 2, у Кабала 18 хп. И все, 1-1 стоят по плентам монголы. И нет, нет, нету больше того преимущества, которое было. У Ренегейтс карт-бланш. Ребята планируют выходить на плент, выходить на Найна. Подчеркну то, что у Айчи остается 2 АВП. Найн просто залез как можно выше на тикетбокс, ну и... Ой-ой-ой, какой тайминг, боже мой! Найн. Убивает Леза, не успел разменяться Сико. Просто дает молотов. Ну и времени 10 секунд, надо бомбу ставить. Сика ее устанавливает, в коннектор мчится Кабал. Сика его заметил, есть хедшот. Боже мой, один на один Сика остается против 9-ти хипового Найна. И это, может быть, раунд 2 в 5 от Ренегейтса, Все началось с того, что Техно просто решил чуть агрессивнее сыграть в яме. Так, Найн. Понимаешь, деваться некуда, скорее всего, придется идти на это выбивание. И Сика ставит точку. Господи, 2 в 5 от Ренегейтс Ну, я да, не знаю... Очень жестко. И зачем полезть? ты правильно сказал, непонятно, но уже знаешь, наверное кровь в жилы заиграла, а хотел еще одного добить, остаться 1 в 5. И вернее, 4, да? Сколько? 4 в 2 было? Uh -huh. А было-то изначально 2 в 5. Да, 2, 2 в 5. И вот такой вот раунд тащит австралийц, но очень круто. И вот глядя на игру Леза, он немножко проснулся, потому что вчера на вертиго, но он там вообще 30-ку стрелял, то есть очень жестко показывал а им сейчас. Мы видим, пока ребятки немного просыпаются. До этого, конечно, Лес вообще не был заметен, если честно. Но вот сейчас, возможно, после этого раунда да парни заведутся и начнут показывать более качественный Counter-Strike. Тем временем просто реплей. Как много Илья сделал для победы в этом раунде. Ну и клача Сика 1 в 2. Жесть, жесть. Вот поэтому Нельзя всегда быть на 100% уверенным в своей победе и позволять себе такую агрессивную игру, когда на самом деле ситуация того не требует. Можно было просто встать, я не знаю, в углу и спокойно доиграть. Счет был бы 7-1. Ренегейтс а были бы без денег, и IFC просто наслаждались бы дальше своей доминацией. Сейчас это все под угрозой. Если Ренегейтс выигрывают еще один раунд, то без денег остаются уже IHC в свою очередь. Ну и сейчас попытка выбить. Андер успешная отблица Скор минус по Хэтсу. Тех набивает Элистейра. Ну все, как бы... да, раз на раз не приходится. Сико. Так, ну неужели? Так, флешка в коннектор. Сико проходит в КТ. Ой-ой-ой-ой-ой. А так-то можно было бы и разыграть. Но проблема в том, что бомба лежит на старте. До нее надо добраться монгольской команды. Есть информация касательно того, где эта бомба находится. Так, заметили эту скорость. Сика уже один в два. Ну, это уже становится страшновато, если честно. Сика берет авик. Времени 30 секунд. Ну и вопрос, стоит ли дальше пытаться, потому что действительно, для того, чтобы сходить туда за бомбой и обратно на плент, как бы времени уже точно не хватит. Попытаться разве что всех убить. Но, как видим, идея была не лучше. 7-2. IHC выигрывают важный раунд и вынуждают Ренегейтс, скорее всего, играть 2 кабай, потому что у Лиаза, Инса и Алистейра просто нет денег для того, чтобы закупиться с адекватным вооружением. Ну и повтор от Блица. Не знаю, просто аккуратно на шахте вышел. Пропикал ландер и вместе со Скором и Техно выиграл этот раунд для своей команды. Ну и вот, как мы видим, тот самый бай. Теки, диглы, флешечки, попытка выйти под б Сразу же сюда летит молотов. Его тушат, но надо проходить скоро. А кроме него еще и Кабала. Кабал с авиком живет максимально долго, скоро прошли. Так, прошли также и Кабала. Блиц. В мейне также есть еще второй авик. Это Найн. 3 в 2. Бомбу поставить пока что нет возможности. Но Инс, боже, это уже 2 в 2. Как же Ренегейтс? Я не знаю, раунд за раундом Проигрывают, но какой интриги они просто нагнетают. Минута 10 на таймере. Лиас. На 30 хп попытается вытащить этот раунд. Но опять-таки же дым в мейне. Его контролирует. Найн. Он уже свапнул свой авик на м С ней будет гораздо удобнее разыгрывать этот. Раунд, ну и лес с Авиком. В принципе, есть какая-то возможность у него уйти на шорт. Хоть техно и просматривает окно. С шорта уже можно было бы пойти на А. лес. Ну, как бы. Айч IH... не будут пикать, это. Хотел я сказать, очевидно, но, как оказалось, нет. 1 на 1 остается лес против техно. Лес! Боже, у него был... была возможность закончить все прямо сейчас в пользу своей команды устанавливается бомба. Ну, я не знаю, техно может сейчас помочь, разве что то, что лес, ну, буквально на один выстрел в тело. Лес мансует вокруг планта. Техно открывается, ну, дважды промах, и это, конечно же, ничего хорошего лезу не сулит. Раунд для HC, 8-2, ну, каким трудом последние три раунда. Ну, нет, не три, два Забирает HC. Была возможность 1 в 4 выигрывать у Сика. И, и тут Лес, я не знаю, сделал максимум и мог, дважды мог выиграть этот раунд для своей команды. Да, ты знаешь, там один игрок неаккуратно открылся, его Лес перестрелял. И второй в окне также. Мог угу. Лес по нему попасть. Ну вот, чуть-чуть не хватило ему доводочки на широком стрейфе открылся, и из-за этого как бы помогло. Меня слышно более-менее или плохо? Ну, как и раньше. Ну, более-менее. Mm -hmm, то бы. есть, скорее, более -менее. И пропадает, да? Жить можно. Ой, друзья, ну... Да, сори за этот момент, но ну, надеюсь, что все наладится. Пока у нас кулачки отбивают австралийцы, и мы видим, хороший был раунд с теками, но чуть-чуть них хватило, не дожали. Один в один перестрелка была проиграна. Тем временем 8-2 пока что Монголы все дальше и дальше по счету уходят от своих оппонентов. Ну и теперь Заку. Бомба была или стейр-снайпер винтовкой. Но это, смотри, Заку такой опасненький. Денег, ну хотя нет, деньги есть на следующий раунд. Не у всех, но есть. Более-менее нужно тащить все равно австралийцам. Желательно, чтобы хотя бы более-менее выйти на комфортный счет на этой карте. Ну а здесь у монголов тоже по экономике беда. Так что надо вдвойне ренегейт по стараться, и мы видим пока 2-3, пока все по дефолту здесь, ну и на Б здесь бомба также тусуется со своими тиммейтами, возможно пытаются как-то в хорошем тайминге поймать весь этот выход, ну и полетели на Б, здесь у Кабала работа будет ой, Кабал, трипл килл Heads Инс 2 в 5 ну мы уже видели 2 в 5 раунда от Ренегейтс, но по-моему это Вообще не та ситуация. Кабал сейчас, наверное, позарится еще и на Эйс. Видит Хэтса. Понимает, что Инс тоже тут. А, я я Инс не дал ему сделать. Эйс, ну, квадрокилл в любом случае это тоже очень круто. Наконец-то уверенный раунд от монголов. И... Проблемы по экономике снова у ренегейт слишком, на мой взгляд, прямолинейный был выход. То есть хотя бы, знаешь, шарта был бы один игрок, было бы немножко полегче. А так кабал там раскрутился на машине, трипл дает сразу, потом четвертого стели. То есть, как бы и молотого, по-моему, на машину не было, или бы он не долетел. Ну, то есть, э, вот как-то вот так вот. Ренегейтс немножко так несерьезно подошли к этому раунду, можно это так сказать. И вот это все закончилось с тем, что всего лишь один минус дали. Теперь решили перегруппироваться, пойти по точку А одного на мид но ну, сейчас вот пошире начали играть. И также бомба стоит в коврах. Ну, посмотри, с ямы тоже никого нет. Ну, наверное, сейчас подойдет хотя бы один боец, или они постояли, пошумели и пойдут опять на точку П. Так, ну, во всяком случае, Скор поджимает андерпасс, Алистейр не скрывает своего присутствия. Ой, тайминг, ой, тайминг для Скора ужасный, откровенно говоря, ужасный тайминг для Скора. Найна подсаживает. Ну, Найна тут, наверное, вообще не ждут. Алистер. А как Найн промазал? Ой-ой-ой. Ну все, вся надежда на Кабала. Он full blind. Даной раунд, конечно, очень интересный получился. Алистер еще чуть не сгорел. Забавно. Забавно все это выглядит. Тут, знаешь, тут надо отметить, что очень повезло Алистеру с этими двумя фрагами. Именно вот, ну, для него все это сложилась ситуация. Первый тайминг скоро отвернулся, и потом Авик, ну, вообще в самой простой ситуации не попадает. И вот, пожалуйста, два минуса уже, и все к этому привело. А так бы, если бы скоро, например, посмотрел туда, да, не отвернулся бы в эту секунду, то, возможно, все бы закончилось. Тут чисто вот раунд таких микроситуаций произошел, и Ренегейтс трешечку все равно для себя набирают. Ну, уже более-менее неплохо еще. Чтобы бы парочку, и было бы вообще, я думаю, хорошо. Ну, да, конечно, еще парочку было бы хорошо, но учитывая то, что это выбор команды Ренни Гейтс, я, наверное, ожидал противоположной ситуации. Ну, там 9, 6, 8, 7 в пользу Ренегейтс Гейтс на первой половине, но, как видим, это уже просто невозможно. Интересно, что по деньгам у IHS, потому что предыдущие раунды все были непростыми для них. очень много людей погибало. Но мы видим, да, 3М, Кикалаш и Максим. У Кабала играть с ним будет в Б-апартаментах. Ну и в этом плане у Ренегейтс уже есть какое-то преимущество. Главное сейчас забирать четвертый, там уже и пятый будет. И можно будет здорово пободаться за шестой. Тогда уже все, берешь пистолетку за КТ и плюс-минус 9-8, 9-9 у тебя есть счет, с которого можно нормально, адекватно отыгрывать. Но пока что Ренегейтс находится на стадии, где им нужно взять раунд. С этим у них уже 9 раз возникли проблемы. Ну и готовится раскидка пода, как мы видим. Возможно, это будет какой-то сплит, потому что два номера 6 и 0, это Алистейр и Лиас, отправились по центр карты. Но одновременно со своими тиммейтами зайти им точно не получится, потому что до коннектора им еще очень далеко. Но, возможно, как фактор, не знаю, неожиданности тут будут действовать. Хотя для Блица они не стали неожиданностью. Падает Алистейр. Ой-ой-ой, Техно просто переспреил двоих. Выход через ковры от Сика 2 в 5. Он опять остается с Лиезом минус лес на центре карты и важнейший раунд в первой половине, ну буквально самый важный Ренегейтс проигрывают и не знаю тут надежда что это за момент был ты видел тренер тренер дает кул тренер говорит да дети да дружище а там по-моему запрещено я что-то такое слышал нельзя нельзя кулачки давать да прикасаться да нет да 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 есть. Да, ты видишь, там на эмоциях он уже хотел всю команду обнять, тренера поцеловать, но пока, пока не дали да, такую возможность. Но тем временем, друзья, 10-3, да, ты правильно сказал, как-то реально неожиданно у нас монголы лидируют, даже на пике соперника, и остается два раунда, им еще бы один взять, и вообще будет все шикарно для них вкладываться. Так, Сика убивает Блица, Кабала остается с Макс седьмым, тех набивает. Сика, не перестреливает Леза и Ситуация 3 в 3 после килла от Найна, но все игроки защиты находятся так или иначе под б плентом Что им делать? Непонятно. Бомба ставится на дефолте. Много гранат еще остается у Ренегейт. Две флешки Молотов и Хае. Но их гораздо больше с другой стороны у игроков защиты. Давайте посмотрим, как будет проводиться это выбивание. Два игрока играют через перемычку, через сити спаун. Открывается кабал, полетел дым Ковры, Кабал начинает нашивать лес, а тот открывается, падает от Кабала, падает также и лес, один против троих, остается Алистейр, не перестреливает Скоро, и это одиннадцатый для IHC. Как же красиво это было выбивание, как в аптеке, все четко сделали, молики, дымы, именно прям туда, где были соперники, и посмотри, Скоро постоянно у него, знаешь, уже руки вверх, руки вверх, ребята... Все классно получается. 11-3. Боже, это... Я не знаю, что это. Ренегейтс, наверное, не с той ноги сегодня встали? Или как думаешь, что это за фактор вообще такой? Mm, честно говоря, я не думаю, что какая-то большая проблема в Ренегейтс. Мне кажется, IHC просто очень усердно готовились к этому матчу. Мне кажется, догадывались. Ой-ой-ой, блин! Это была Эмка. Он перестрелял только что из Эмки Авик и АК. И все, минута 37, и 2 в 5 остаются и, и Сико. Мне кажется, да, это HC а просто... просто заряженные, не знаю, на 150%. Ну да, по настроению игроков мы видим, что какие-то холодненькие сидят в странице, а вот в Монголии, наоборот. Парни. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то жестко шлепнул здесь. Ну, смотри, было опять у нас, да, 2 в 5 на какой-то момент, вроде бы. И тут уже стало 2 в 3, и опять Сика живой. Если Сика живой в клатчах, то есть, есть пока опасность для команды HC. Ну посмотрим, смогут ли разыграть. Пока поджимается уже Снайпер, Инс догадывается об Ой, этом, видит одного а и есть. А надо ли оно вам? Так, ну просто Молотов кидает Найн, понимает, что... Не, ну его подальше. 45 секунд, занимается центр карты. Сика и Инс, возможно, пойдут через коннектор на А. В таком случае им придется постреляться против Скора. И то, чтобы... Это большое удовольствие. Прям надеваться некуда. Времени все меньше и меньше. Инс заходит в джангл. Блиц. Я бы на его месте не рисковал туда заходить. Все-таки лучше дождаться установки бомбы. Ну и опять-таки собирает информацию Найн. Прилетает дым. Хаешка. Неплохо, но Сика все еще жив. Выбивание в большинстве для IHC. Так, 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 так. Инс прощает скоро. Открывается Блиц. Падает от Сика. 2 в 2, но битые. Битые игроки атаки. Найн сделал свап на калаш. Открывается через коннектор. Инс вроде как подозревает. И один на один остается скор против очень битого Сика. Так, дым. Попытка дефуза. Ой-ой-ой. Ну, это, возможно, была сейчас ошибка. От скоро но он садится дефузить до конца. И он это раздефузил. 12-3. Первая половина от э, монгольской команды. 12-3, ребят. Кто бы мог подумать, но так оно и есть. Дальше команды продолжат играть в атаке. И, честно говоря, это жесть. Да, дорогие зрители, также напомним, что это матч за выход на мажор. Челленджер, не забываем об этом. И если сейчас дожмет команда IHC своих оппонентов, это будет 2-0, и дальше мы будем смотреть матч австралийцев против Тайлу. Вчера Тайлу выиграли уже одних австралийцев очень жестко. И вот сегодня, если, опять же, повторюсь, закончится все 2-0, то Тайлу будет пробовать, каков крепкий корешек со второй карты из Австралии. Будет очень интересно. И также это будет второй матч за выход на Челленджер стадию мажора. Так что Renegades я не знаю, я вообще не ожидал от них такой плохой игры. Я думал, если честно, они вообще, ну, как бы, как фаворит. подходят, ну, наверное, он так и есть. Но вот мы видим, по стрельбе вообще пока не задается. Да и не только по стрельбе, вообще в моральном плане Как-то люди, которые играют за команду Renegades, не совсем понимают, что происходит, мне кажется, сегодня. М да, скорее всего, где-то оно так и есть. Размен один в один. Кабал открывается против Сика. Скор тем временем оформляет дабл килл. Ну и Инс отходит глубже в КТ. Врыв от Хэтса и Ильеза через коннектор. Ну все, мы видим, после килла по Инсу можно ставить бомбу и выигрывать этот раунд. лес и Хэтс еще будут сопротивляться, но... Как говорится, сопротивление бесполезно. 55 хп остается у после хаешки. Позиция в коврах есть, позиция на дефолте и в КТ. А там еще вообще скор пошел в джангл. А, тут закрыто. Ой-ой-ой. Нет, все-таки принимает решение разбить окошко. Ну все, лес последний. Понимаешь, что его со всех сторон сейчас давят. И это тринадцатый. Кабалы компания выигрывает пистолетку. Ух, какие эмоции. Аж мурашки пошли. Красавчики, пацаны. Первый раз на таком жестком турнире. И уже показывают, что мы не просто так приехали здесь посидеть поиграть, поиграть, потренироваться, мы намерены хотя бы уже выходить дальше, и это очень-очень круто, это реально радует глаз, эта команда прям молодцы, прям реально заслуживают огромнейший лайк, так, конечно, в чате. Ну и что, бомба была, конечно же, пытаются австралийцы сделать форс, есть диглы, есть фамас, и скаут, Ой -ой. пока мы видим блинивается, ну и 4 4. Я бы не сказал, что первый раз на таком жестком турнире играет команда Клантек. HC, да, тут впервые появился, но Кабал играет вообще в КС 2016 года, играл за команду The Mongols, которая тоже там где-то появлялась. The Mongols, да. Ну что, сейф, да, двух девайсов, все. Австралийцы, походу, прощаются с этим Best of 3 потихонечку. Ну, как прощаются? Их прощают, по-моему, с этим Best of 3. А в матче против Тейлу... Слушай, ну это жесть. Да, знаешь, чем вчера тайлу запомнились? Там есть у них снайпер Данкин. Он вчера на двух картах плюс настрелял. Короче, соло, можно сказать, вытащил свою команду. Нереальный просто парень. Вообще у него летело вчера все, что можно. Он вчера на Дасте за Т-сайт. прострелил за одну половину, по-моему, пять раз. Представляешь? Ну, именно в голову. Да, мы вчера с Романом Вулфом немного так это припухли, да, сидя, глядя на это. Ну, посмотрим, какой сегодня у них настрой. Я думаю, сегодня у них еще боевой настрой. Они понимают, что это матч за выход. И, наверное, сейчас сидят, готовятся и уже ждут, когда же, когда же все это дело начнется. Так, ну что, Сика идет реализовывать свой К-47. Не получается. Вот здесь по причине того, что на центре просто никого не оказалось, HC собираются показать нам. Просто быстрый раунд под Б. И это Ну такой красивый способ взять 15-й раунд, на самом деле, когда ты знаешь, что у соперника проблемы с деньгами, хэт. Боже, вот это попрыгунчик. Все, флешечка в мейн, и. Смотри, Ренегейс просто зажали в одной позиции. Как же круто они по таймингам действуют. Вдвоем вылетели на Б, ничего не боялись. И здесь уже доработка просто происходит. Смотри, Ренкейс вообще в шоке. Они думают, как они так быстро вышли, но каким-то чудом 3 в 3 еще пока ситуация сохраняется. Но ну, Брид ставит красивый хэдшот в окно. Там же есть скаут, меняет он его на калаш. Я вот этот челночный бег от команды Монголии просто, ну, не могу не удивляться. Очень классно, не чувствуют тайминги. И пока, ну, посмотрим, 2 в 3, может чудо какое-то произойдет, но думаю, вряд ли. Да, здесь... 15. -ый. На каком тайминге они вышли? Где-то минута 30 или минута 40 вообще было? Ну, не, минут... Они встали, немножко сначала раскидали центр, но это, наверное, минута 30 была. Да, 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 да. И ты видишь, там вообще никого на Б не оказалось, только ближайшие игроки были в кухне, то есть в этом маркете. Все, дальше никого нету. Точка Б спокойно занимается и... Ой-ой-ой-ой, 15-3. Ребята, кто бы мог подумать, это какая-то жесть. Да, на выборе, причем это выбор Ренегейтс. Они знали, <с что <с они <с будут <с играть за атаку, и все, что они показали за атаку, это три раунда. Это команда, которая претендует на слот на мейджор. Мне интересно, что там будет в матче против Тайлу вообще. Так, тем временем Мейнс. Находит минус по техно, нападает от Найна. Размен, ситуация 3 в 3, Сико. Достает большинство для своей команды. Ну и тут у IHC, можно сказать, появляются первые проблемки вообще за карту. Кабал в дыму находит Сика Кабал идет дальше, заходит в джангл Заметил Хэтса Оставляет своего тиммейта в клатче 1-2 Но информация у того есть вся И какую позицию он сейчас будет занимать Так, ну идет в джангл Можно было ставить в углу, в принципе Но сейчас просто вдвоем будут выходить лес и Хэтс По-моему, Найна не заметили Ой-ой-ой так, Найн один на один. Все, он понимает, что бомба стоит на него. Хедс просто дает дым, будет, наверное, дефузить. Так, нет, Найн вообще ничего не понимает. Нет, он заметил Хедса. Тот выигрывает клатч один в один и забирает четвертый раунд, первый в защите для команды Ренегейтс. What? Жесть. Ему еще и хватило. Если бы не хватило, прикинь, что было бы. Да, 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 это знаешь, как английский комментарий. Ай, кейми, когда вот так вот полсекунды mm -hmm. остается. Ой, ну круто разыграл. Чуть, вообще так ювелирненько повесил, конечно, с одной пульки одному. Но, вот видишь, если бы он успел убежать за угол, то все, это было бы уже победа. Но пока еще плаву Рене Гейтс, но что это им дает? Вот это вопрос большой. Mm -hmm. Чисто еще немножко. Двигаться перед матчем Стайлу. Наверное, это вот единственная причина. Ну и чуть уверенности набраться. Потому что не знаю, после такого матча Стайлу они, наверное, вообще будут без морали, или все-таки парни имеют опыт и есть какие-то еще у них. Понимаешь, шансы, вот. если бы матч начинался по расписанию, то есть, если бы Ренегейт Тайлу стартовал в 15.45, как это и запланировано, то, возможно, ну, этого времени там час-полтора хватило бы. Для того, чтобы команда перезагрузилась, подготовилась морально А так у нас на РМР расписание follow А это значит, что, ну вот допустим, если IHC сейчас выигрывают 16 раунд То карта начнется там в 14.10, в 14.15 И Ренегейс просто не будет времени переосмыслить вообще все, что произошло Да, они не отойдут, я думаю, тоже от этого ужаса ну, слушай, у них есть хороший выбор, это Вертига. Вчера на нем они прям развалили кабинеты. Возможно, стоит эту карту попробовать, если ее, конечно, не забанят. И попытать там счастье. Как оно будет, ну, конечно, посмотрим. Но вот вчера именно там эти парни реально показывали, что это легендарный клантек. Сейчас этого, конечно, не видно. Так, Попытка выйти на А. Здесь у очень хорошая позиция. Убивает Кабала. Тут еще и красный Найн. Найн убивается скаута. Близ разменивается. 3 в 4 ситуация. Менее 30 секунд остается до конца раунда. Флешка в коннектор. У скоро позиция в лифте. Ой-ой-ой-ой-ой. Лиас. До свидания. 3 в 3. Ну вот проблема в том, наверное, что 2 в КТ. Нет, падает Сика. И все, бомбу можно ставить на внешку и выигрывать этот раунд. Хед врывается. Так, нет, он не дает поставить эту бомбу, Техно разменивается, 10 секунд времени, Алистейру нужно просто жить, он убивает Техно, времени вообще нет. Или есть? Есть, Скоро установил бомбу. Выходит, 19 хп остается у Алистейра, у Скора до сих пор 100, и Алистейра спасет сейчас просто какой-то сумасшедший хедшот со скаута. Но его не будет, 16-4, IHC выходит на мейджор, друзья. Бешеные эмоции, поздравляем этих парней, они заслужили. Сегодня заслужили 100%. Если память мне не изменяет, это первая монгольская команда на мейджере, которая прошла поверхность.